Мы перейдем по трамваю. Красивые картинки Брюсселя. Стоим и смотрим. Геометрия. Вот так. Вот так вот здесь такие вот лестницы. Андрюша, стой! Так, Нина, глянь-ка на меня немножко. Брюссель, он разнообразный. Вот такой вот, например. Или вот такой. Ну, дальше. Ну, вот есть вот такая вот. Всякие прибам. Так, Брюссель вот такой был. Андрюха, не отворачивайся от меня. Смотрите, как, смотрите. Да. Так, дождик мы пересидели. Хорошо.
хорошего мыла для душа в Москве нет. Самое главное купить хорошее мыло для душа. Должен сделать, чтобы ты сказал: о, слушай, как здорово. Дождик начинает. Смотри, какая прелесть. Давайте. Ну вот это прелесть, конечно же. Just a moment. Thank you very much. Ну-ка, Нина, повернись ко мне. Это кич, конечно, но что делать? Европа. Нет. Или вы нам покажете? Ну вот такие вот фотографируются около этого мальчика. Сейчас. Нина выбирает самое вкусное. Так, согласуется меню. Я пока в стороне. Так, ну вот пиво у нас теперь есть. Куда чего отправить, сколько заплатить? Билет, например, Москва-Брюссель. Да, вы только сам стоите. Так, наш дружеский деловой обед закончен. Ниночка, повернись ко мне, пожалуйста. Раз, все. За окном Брюссель. Дождь. Стриптиз-клуб под землей вместо Старбакса. Это называется маразм крепчал. Так, вот это я еще не снимал. Масло больше, это интересно. Ага. Войне. Это Первая мировая война.